Ну, матч получился хороший, боевой. Я считаю, что мы правильную тактику на эту игру выбрали. Все ребята полностью выдержали дисциплину, компактность, что мы планировали. И, конечно же, вот горе это... Горе это отразилось на самоотдаче, на выдержке, на той дисциплине, которую ребята показали в этой игре. Ну, скажу так, что много игр у нас не хватало этой дисциплины. Может, внутреннее состояние ребят, которые соболезнуют тренеру, отразилось на нашей игре. Поэтому все отдались полностью матчу. В сегодняшней игре, я же опять повторюсь, за счет дисциплины, за счет самоотдачи футболистов, я как-то даже и не думал, что мы проиграем. Просто единственное, инициативу не Краснодар перехватил, а немножко некоторые футболисты подсели, потому что они выполняли в первом тайме большую работу, которую мы требовали. Поэтому, я думаю, за счет этого, ну, мы там провели замены, которые немножко выправили игру. Там у нас каждую игру есть установка бить по воротам. Поэтому были моменты, готовили ребята удар, били.